Я с большим удовольствием даю слово для первого выступления заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Гатилову Геннадию Михайловичу. Геннадий Михайлович, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Виктор Антонович, прежде всего мне очень приятно, что столь представительная конференция собралась именно на территории Министерства иностранных дел. Позвольте мне зачитать приветствие Сергея Викторовича Лаврова участникам международной конференции. Сердечно приветствую участников международной конференции, посвященной урокам Великой Отечественной войны и вкладу народов СССР и других народов мира в победу над фашизмом. Почти 7 десятилетий назад завершилась самая страшная война в истории человечества. Однако значение вынесенных в повестку дня вашего форума вопросов не снижается. Они привлекают внимание все большего числа людей, заинтересованных в том, чтобы трагедия никогда не повторилась. Залог этого в сохранении памяти о событиях тех лет, о подвиге победителей. Война наглядно показала, какими последствиями может обернуться насилие и расовая нетерпимость, геноцид и надругательство над людьми. К сожалению, попытки фальсификации исторических фактов нередки и в наши дни. Считаем подобное смещение ориентиров абсолютно неприемлемым. Будем и впредь активно выступать за построение справедливого и безопасного миропорядка на основе общепризнанных принципов международного права и устава ООН, за укрепление нравственной основы международных отношений. Уверен, что встреча внесет свой вклад в утверждение правды о Второй мировой войне, будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами. Желаю вам успешной и плодотворной работы и всего самого доброго. Спасибо.